Вишенский заповедник. Вишенский заповедник был основан в 1991 году для сохранения и изучения природы Северного Урала. Это один из самых уникальных биосферных комплексов. Здесь первобытная прекрасная природа не только завораживает сама по себе, но и является фоном времени, истории народов и времен. Природа этих краев не привыкла баловать человека. В отдельных районах Вишенского заповедника снежный покров лежит почти 200 дней в году. А летом температура никогда не поднимается выше плюс 30 градусов Цельсия. Заповедник Вишенский является одним из крупнейших по площади 242,2 тысячи гектаров на территории Европейской России. Это служит надежной основой гарантии сохранения его биоразнообразия и природных экосистем. Здесь обитает крупная популяция дикого северного оленя. На территории заповедника на высоте 1469 метров над уровнем моря находится высшая точка всего Пермского края – гора Тулымский камень. Если посмотреть на нее с разных сторон, можно видеть ее по-разному – в форме купола или в форме конуса. Протяженность горного хребта приблизительно 3 километра. Также имеет крутые склоны. Самый крутой – юго-восточный. Добраться сюда непросто, поскольку придется преодолеть крутые склоны Уральских гор, путник будет вознагражден столицей за свои труды. Величественная, нетронутая рукой человека природа, ландшафт удивительный и красочный. В заповеднике протекают реки Обь, Печора, Ишера и Кама. Заповедник Вишерский – главное чудо Прикамья. Так решили жители края, выбиравшие региональное чудо России 2012.